Добрий вечір, шановні пані і панове. Сьогодні у нас свято, тому що на Подолі, в центрі Подола, культурного Подола, відбувається знаменна подія. Виставка картин художника з великої букви, подруга, людину, яка цінує, поважає, яка перетворила, яка змінила моє уявлення про живопис. Да, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Клод Канак, я директор Жозе Арт Галери. Почему вы из Франции приехали именно сюда? Я приезжал сюда, потому что Украина всегда мне понравилась, и Украина – это часть Европы, и один день я решил сюда приехать. И почему вы остановили свой выбор на живописи, а не на сельском хозяйстве, например? Ну, это тоже судьба, то есть меня всегда заинтересовали картины, и мне интересно смотреть, как новые художники, они изображают недавние события в искусстве. 14 года имеется в виду? Наш Майдан? Майдан и тоже то, что произошло в Советском Союзе. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Яна Руснак, художница. Художница, да. Со стажем, да, я так понимаю? Ну, начинающий художник в стиле современное искусство. Что тебе понравилось здесь больше всего? Какая картина вдохновила тебя, зажгла Мне тебя очень нравится огонь? Картина, которая находится в центральном зале, одна на центральной стене. Вот, я хочу поближе ее рассмотреть. Мне очень нравится она, вот каждая работа такая очень нежная и затрагивает взгляд. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Владимир Козюк, народный художник Украины. У меня было больше 100 проектов, вот как бы разного плана и за границей. А в этом месяце, то это третья моя выставка. Вы скажите, я заметил, что у вас в основном пейзажи преобладают, да? Да, в моем творчестве именно в живописи это только пейзаж. Только пейзаж. И какую область вы обычно демонстрируете своим зрителям? Ну, я очень люблю край, где я родился, это Подолье, это Винницкая область, но я пишу всю Украину и весь мир, потому что я много путешествовал, я был более чем 50 стран мира, и с каждой есть свои впечатления, и хочется это показать людям не просто там как бы фотографию, хочется показать через призму художника, потому что я это ощущил, я это видел. И на этих картинах представлен мир, это Перу, это, ну вот, тут Перу, Турция, Норвегия, разные США. То есть как бы здесь просто тема горы. И именно через горы я хотел показать, что горы – это вершины нужно покорять.
галереї Жозе також ми зустріли Ангеліну Маняк, відому нашу співачку. Хотілося б поцікавитися вашими переживаннями, вашими думками, які ви відчули, ну, відвідавши галерею, а саме відвідавши виставку Володимира Козяка. Ви знаєте, мені дійсно дуже сподобалось, тому що помітно відразу, що це неймовірно талановита людина. Я знаю Володимира, в принципі, можна сказати, вже давно, вже майже 2 роки. Я вважаю, що це досить так непогано, непоганий термін. Ось, і ви знаєте, дуже сподобались картини. Чесно скажу, насправді я дуже такий рідкий гість на таких заходах. І не сказала б, що я щось тямлю в цих роботах, я можу тільки оцінити красу, знаєте, якусь просто естетично так подивитись, що ось мені подобається ця картина, тому що тут гарні гори, тому що тут якийсь ліс, і це красиво, прекрасно, це природа, кому це може не сподобатись. Крім того, тут відчувається душа цієї природи, і ти ніби занурюєшся туди, і, звичайно, дуже приємно побувати.